Необычная правда о знаках зодиака. У каждого знака зодиака есть нечто такое, о чем их представители даже не догадывались. Если говорить точнее, оно с ними всегда было, но они просто не придавали этому особого значения. Пора раскрыть голую правду о некоторых зодиакальных знаках. Водолей. Общаться с этим человеком приятно, а уж целоваться и подавно, ведь в этом плане он не сравним ни с кем. Он не нуждается в кратковременных интригах и рассчитывает исключительно на серьезные отношения. Водолей предпочитает строить планы на будущее, постоянно развивается и готов брать много работы в свои руки. Он не любит весомые изменения в жизненном укладе, а также часто бывает неопрятным. Также водолею присуща большая храбрость, из-за чего его поступки порой могут повергнуть окружающих в шок. Слушать он не любит, но зато сам является тем еще болтуном. Конфликтные ситуации предпочитает решать дипломатическим путем. Рыбы. Человек с доброй душой, предпочитающий думать о других людях. У него острый ум, а потому вниманием не обделен, чему и несказанно рад. Предпочитает видеть везде порядок и любит, когда слушают его советы. С ним интересно общаться. Рыба всегда старается действовать согласно законам совести, даже если это и самой принесет вред. Овен. Милый человек, но не может терпеть, когда над ним постоянно шутят. С ним можно построить превосходные семейные отношения. Он верен близким людям, и все же Овен порой бывает излишне агрессивным, причем проявиться эта неприятная черта может и без существенной на то причины. Телец. Упрямый местами даже странноват, однако любит во всех сферах своей жизни наблюдать стабильность. Телец нацелен только на серьезные отношения. Он знает, как добиться той или иной цели, которую ставит перед собой. Постоянно нуждается в любви и заботе от других людей. Иногда телец походит на эгоиста, если к чему-то сильно стремится. Близнецы. Умеет слушать, не конфликтен, готов пойти за человеком, которого любит, хоть в огонь, хоть в воду, а еще терпеть не может ложь. Человека, родившегося под этим знаком, легко обидеть, да и разгневаться он может запросто, если к его советам не прислушиваются. Если тот, с кем он строит отношения, не понимает его и не предоставляет достаточно внимания, то он запросто может решиться на измену. Рак. Очень любвеобильный знак, ради близких готов пойти на многие жертвы. Рак нуждается только в серьезных отношениях, потому что является семейным. Ему присуща романтичность, ранимость и сентиментальность. А тех, кого он любит, заботится и балует. Не любит конфликты, но иногда своими высказываниями может их породить, из-за чего потом всячески пытается себя оправдать. Лев. Всегда нуждается во внимании со стороны людей. Является мастером ораторского искусства. Окружающим может показаться, что лев ведет себя излишне свободно и беззаботно. Если от отношений не получает счастья, то запросто доведет партнера до нескольких нервных срывов. Часто опаздывает, но ответственно относится к важным делам. Дева. Остроумный и серьезный человек, любящий, когда к нему прислушиваются. О близких предпочитает заботиться, готов пойти на риск и может что-то сказать необдуманно, ведь уверен, что прав во всем. Дева окружающих уважает, но если кто-то перед ним провинится, то сильно упадет в его глазах. Придирчив, притом не только к людям, которые его окружают, но и к самому себе. Весы. Этот человек готов пойти на подвиг ради близких людей. Внимателен к тем, кто его любит. Старается, чтобы во всех сферах жизни присутствовала гармония. Однако, чтобы достичь этого, может пойти на использование лжи. Весы злопамятны, романтичны, экстремальны. Скорпион. Ему присуще превосходное чувство юмора. Он умеет правильно подать себя окружающим. Скорпион силен духом, харизматичен, любит выполнять сложные задачи. Он может поступать безумно, любит мстить. Стрелец. Любит свободу и путешествия. Всегда искренен с людьми и старается достигнуть поставленной цели. Его сложно обмануть. Если у стрельца плохое настроение, то его вообще нельзя трогать. Он склонен все страхи держать в себе. Козерог. Любит трудиться и знает, как заработать много денежных средств. Он остроумен, терпелив, но может сорваться даже на родного человека, если его довести до белой ручки. Он ленив,
но все равно работает, просто предпочитает не делать лишние дела.